Больше 120 супердорогих, элитных, раритетных, эксклюзивных автомобилей собираются здесь, в самом центре Москвы, в Третьяковском проезде, чтобы принять участие в уже традиционном мероприятии, которое собирает огромное количество зрителей и огромное количество участников. Шапар Классик Уикенд Ралли. Это выставка достижений мирового автопрома последних 125 лет. Эти автомобили находятся в частных коллекциях и вот так вот вместе собираются только раз в год. Многие из них датированы 20-ми годами прошлого столетия. Сегодня уникальная возможность увидеть их вместе. Сегодня уникальная возможность увидеть их в деле. Девятый год подряд в конце мая ралли старинных автомобилей «Люк Шапард Классик Уикенд Ралли» стартует в Третьяковском проезде и финиширует на Рублевском шоссе в роскошном «Барвиха Лакшери Вилледж». В этом году организаторы с гордостью говорили и о составе участников – 120 машин необыкновенной красоты и в идеальном техническом состоянии, и о количестве гостей. Еще за 3 часа до старта Лубянская площадь и прилегающие к ней улицы не могли вместить всех любопытных. В остальном все как обычно, или правильнее сказать, традиционно. Владельцы автораритетов, внимательно изучающие предстоящий маршрут гонки, огромное количество желающих поближе рассмотреть автомобильные легенды, журналисты, знаменитости, зрители. Если сравнить «Люк Шапард» 2011 года, конечно, с первым ралли его не сравнить, потому что действительно в 2011 году это суперавтомобили практически все. У нас не было машин вне зачета, то есть машины, которые сделаны после 31 декабря 1969 года. К авторитетам, дебютирующим в ралли, внимание повышено. Легендарный немец «Опель Капитан» 1939 года выпуска. Одна из первых машин, оснащенных отопителем, по-нашему печкой. Лучшая машина для лыжников того времени. Машина привнесла в автомобильную индустрию довольно большое количество разнообразных технологических новшеств. «Опель Капитан» был одним из первых автомобилей, который оснащался отопителем. Это сделало машину очень популярной среди жителей скандинавских стран. Мало того, стремительно развивающийся в то время лыжный спорт сделал «Капитан» любимой машиной для поездок на лыжные прогулки. Этот экземпляр очень близок к оригиналу. Я думаю, процентов на 95 – это ее родные детали и механизмы. И поскольку машина принимает участие в большом количестве классических ралли по всему миру, то заботиться о ней не так просто, как, скажем, о новом автомобиле. Поэтому у нас есть целая команда механиков, которая сдувает пылинки с этого автомобиля, осуществляя его подготовку к подобным мероприятиям каждый год. Кстати, «Опель Капитан» получил в свое время единый несущий кузов, 2,5-литровый шестицилиндровый двигатель в 55 лошадиных сил, который разгонял автомобиль весом 1230 килограммов до 126 километров в час. Или, скажем, военная техника, которая на «Шапарде» скорее исключение, чем правило. Самая знаменитая машина времен Второй мировой войны, поставляемая нашими союзниками, американцами, по ленд-лизу, «Додж 3/4», 3/4 тонны. Уникальный артиллерийский тягач, легендарная командирская машина. Тоже участник сегодняшнего пробега. «Виапонт Карриер» – носитель оружия, американский армейский автомобиль повышенной проходимости. Выпускался аж в 10 модификациях и использовался, в том числе и как артиллерийский тягач для 75-миллиметровых пушек и 120-миллиметровых минометов. Еще одна многолетняя традиция российского ралли. Сопрезидент компании «Шопард» Карл Фридрих Шойфеле не только как вдохновитель создания изысканных дорогих часов, но и как страстный поклонник автоспорта каждый год лично приезжает в Москву на торжественное открытие и неизменно принимает участие в гонках с азартом и мастерством истинного профессионала. Под его же патронажем проходит и легендарная «Мили-мили», а «Люк Шапард Классик Уикенд Ралли» – еще одна дань страсти господина Шойфеле. Я очень рад, что в этом году наше мероприятие привлекло намного больше и участников, и зрителей, чем когда-либо. И я с нетерпением жду начала гонки, когда мы сядем за руль и поедем к финишу. Однако сегодня речь пойдет не столько об автомобилях, принявших участие в гонке, сколько о преемственности традиций. Российское ралли уверенно набирает обороты, постоянно оглядываясь на ралли «Мили-милья» как основоположника или, если хотите, законодателя классического ралли.
Миля-миля – это великая гонка. Она великая была и в то время, с 27 по 57 годы, и уже в виде ретроспективы. В результате год от года ужесточается технический регламент, возрастают требования к автомобилям-участникам, становятся серьезнее условия еще на стадии отбора авторитетов. И если еще 5-7 лет назад, говоря о российском «Шапарде», речь шла о мероприятии как таковом, то теперь все чаще говорят о престиже и, как следствие, статусности пробега. Если мы хотим соревнований классических автомобилей, мы должны к чему-то привязываться. Выбрать ралли-мили в качестве, мили-мили в качестве идеала, конечно же, наверное, это логично. Здесь хотелось бы ненадолго отвлечься от «Шапарда» и хотя бы в нескольких словах рассказать вам о соревновании, которое, во-первых, открыло эру автомобильных гонок по дорогам общего пользования, во-вторых, по праву заслужило славу самого тяжелого автомобильного марафона. Речь, как вы, наверное, уже догадались, о самом известном и престижном в мире ретроспективном ралли – итальянской гонке «Мили-мили». История «Мили-мили» началась в 1921 году, когда автоклуб города Бреше провел первый итальянский гран-при. А в 1926 году удалось воплотить в жизнь идею необычной гонки на спортивных авто. По замыслу организаторов, гонщики должны были сделать круг по перекрытым дорогам общего пользования от Бреши до Рима и обратно. Когда проложили маршрут, оказалось, что участники ралли должны преодолеть почти 1600 километров. Вспомнив о том, что древние римляне измеряли расстояние в милях, организаторы решили обратиться к опыту предков и назвали гонку «Мили-мили» – «Тысяча миль». Для воплощения грандиозной идеи потребовалось одобрение правящей тогда фашистской партии. Высочайшее разрешение было получено в 1927 году. И в один из майских вечеров, ровно в 21 час, был дан старт гонке, которую позже вписали золотыми буквами в историю мирового автоспорта. Автомобили уходили на дистанцию с интервалом в одну минуту. Более медленные экипажи уезжали первыми. Номера на автомобилях соответствовали их стартовому времени. Например, номер 2110 означал, что машина ушла со старта в 21 час 10 минут. В тот год в состязании приняли участие 77 экипажей, перед которыми стояла задача – преодолеть 1000 миль по дорогам, которые местами были просто ужасны. В целом все сводилось к простому правилу – ехать настолько быстро, насколько позволяют машина и собственные силы. Вскоре тяжелейшая итальянская гонка превратилась в поле битвы самых быстрых и самых выносливых автомобилей. Но жертвы были не только среди машин, но и среди гонщиков. Последняя трагедия случилась в мае 1957 года, когда у «Феррари» племянника короля Испании на скорости 250 км в час отлетело заднее колесо. Машина перевернулась и врезалась в группу зрителей. Погибло 12 человек. Гонку запретили на долгие 20 лет. Возродилась она лишь в 1977 году, ровно через полвека после первого старта. Сегодняшняя «Мили-мили» — это не только состязание, но и большой автомобильный праздник олдтаймеров, в котором к спорту добавился важный элемент шоу с многомиллионным бюджетом. Теоретически принять участие в гонке «Мили-мили» может любой желающий. Регистрационный сбор — 5300 евро с экипажа. И за эти деньги вы получаете полный пансион, включая размещение в отелях и питание. Идущая по пятам техничка с профессиональными итальянскими механиками обойдется еще в 500 евро в день. Однако главная составляющая для участия в легендарной гонке, конечно же, автомобиль. Согласно жесткому техническому регламенту, на старт могут выйти спорткары, выпущенные до 1957 года. Предпочтение отдается именно тем машинам, которые принимали участие в гонках «Мили-мили» с 1927 по 57 годы. Шансы быть допущенным к участию возрастут, если ваш автомобиль занимал в «Мили-мили» одно из призовых мест. Машины, выпущенные в начале прошлого века, которые принимали участие в других соревнованиях до 1927 года, допускаются к участию в ретро-ралли лишь по специальному разрешению Оргкомитета гонки. И при прочих равных условиях предпочтение, как правило, отдается более редким машинам. Еще одно важнейшее, а на практике основное условие – аутентичность автомобиля.
Замена родных узлов современными категорически запрещена. И чтобы избежать лишних споров об аутентичности, организаторы гонки требуют от кандидатов на участие специальных сертификатов Международной федерации старинных автомобилей. И если есть такая бумага, работа технических комиссаров гонки в предстартовый день заключается лишь в беглом осмотре автомобилей и сверке всех документов. Допущенные к старту экипажи, помимо прочего, должны иметь автомобильные права международного образца и страховку итальянской автомобильной комиссии. Стоимость участвующих в ралли машин астрономическая. Самый недорогой автомобиль, который может претендовать на участие в мили-миле, оценивается не меньше, чем в 150 тысяч долларов. А цена уникальных экземпляров достигает 10 миллионов. Но даже факт обладания старинным автомобилем вовсе не является гарантией допуска к участию в мили-миле, потому что ежегодное количество заявок вдвое превышает те 375 мест, которыми организаторы ограничивают число участников гонки. Специальная комиссия подробно рассматривает каждую заявку и определяет, каким машинам будет разрешено стартовать с исторического деревянного подиума. Еще один критерий отбора – персональный. Здесь столько нюансов, что они не поддаются классификации. Неизвестных новичков принимают неохотно, особенно если у кандидата нет рекомендаций членов клуба. Ротация гонщиков год от года минимальная. Во-первых, есть завсегдатаи, которые приезжают в Брешию каждый год. Во-вторых, крупные спонсоры имеют право заявить 3-4 экипажа, предлагая поучаствовать в гонке друзьям или партнерам по бизнесу. Кроме того, для привлечения всеобщего внимания организаторы вынуждены приглашать кого-нибудь из известных персон. Тех, кого оргкомитет хотел бы видеть среди участников гонки, ставят в так называемый лист ожиданий. Остальным просто отказывают. Гонщиков в возрасте 35-40 лет, к слову, таких тут немного, в мили-миле считают молодыми. В основном пилоты – это люди старшего возраста, владельцы заводов, газет, пароходов. Пробиться в этот закрытый пул человеку со стороны практически невозможно. Однако вернемся в Москву. Один из промежуточных финишев Люкс Шапард Классик Уикенд Ралли. Вместо двух красных флажков – два красных Феррари, вместо судей – на линии секьюрити. Статус обязывает. Традиционный ралли Люкс Шапард, который стал безусловным украшением наших соревнований на классических автомобилей, аналогов очень много. Хотя Люкс Шапард, он в этом смысле немножко более демократичен. Ретро-движение в России развивается очень активными темпами, но до европейского уровня мы пока не доросли по некоторым моментам. Та же мили-мили, там действительно жесткие требования, скажу больше, чтобы туда попасть, нужна не просто машина, нужны хорошие знакомства. В этом году машины для участия отбирались настолько серьезно, что, рассмотрев почти 400 заявок, оргкомитет остановился лишь на 120. И то почти ультимативно, сделав акцент на аутентичности машин. Так появился зачет «Ветеран», где участвуют только довоенные автомобили, выпущенные до 1941 года. А остальных желающих, а таких оказалось большинство, определили в зачет «Абсолют», в котором соревновались автомобили, выпущенные с 1941 по 1969 год. И потом 3 часа напряженной, но захватывающей гонки по российской столице за главный приз – эксклюзивные швейцарские часы всемирно известного бренда. Это очень сложная была гонка, потому что, во-первых, перед самым стартом изменили некоторые условия, и конкуренция была очень высокая, там, по-моему, 120 экипажей. Ну, кому-то не повезло, нам повезло. Мы приехали третьими, здесь чистое везение. Мы, в принципе, были очень рады. 126 эксклюзивнейших машин, проделав несколько десятков километров, добрались до финишной точки. А мы прощаемся с вами. С вами был Александр Добин. Встретимся на 10-м ралли через год.